Добрый день. Ислам – религия, основана около 1500 лет назад пророком Мухаммедом. Мифология в исламе, как и во многих других религиях, весьма богата и разнообразна. Данная мифология также включила в себя тот фольклор, который существовал на территории арабских стран в доисламскую эпоху. Данный ролик рассказывает о 5 удивительных существ исламской мифологии. Поехали! Ифрит. Сверхъестественные существа в исламской мифологии когда-то были прокляты Аллахом и стали служить Иблису, то есть сатане. Гигантские крылатые существа из огня как мужского, так и женского пола. Известны своей хитростью и силой, следовательно, могут причинить вред людям. Живут ифриты под землей, их также называют демонами или духами огня. Иногда считается, что ифриты — это души умерших, скорее всего, грешников. Ремненок. Нечистый дух, поражающий своей хитростью, представляет собой немощного старика, просящего перенести его в другое место, обычно к воде, чтобы напиться. После того, как наивный путник сажает старика к себе на плечи, ремненок обвивает его шею ногами и заставляет выполнять все его прихоти. Рано или поздно жертва от бессилия и удушья падает замертво. К счастью, обхитрить и даже убить злого духа возможно. Так Синдбад, попав в хватку к ремненогу, напоил его вином, когда старик ослабил. Забил хватку, Синдбад скинул его со спины и разбил голову камнем. Каркадан. Существо, упоминаемое в арабской и персидской мифологии, представляет собой свирепого яростного единорога, встречавшегося в Северной Африке, Персии и Индии. Разъяренный каркадан мог напасть и убить слона. Скорее всего, прототипом этого монстра являлся носорог. С учетом его силы, думаю, не стоит объяснять, какую опасность представлял для людей каркадан. Для встретивших его путешественников, существо, скорее всего, было последним, что они видели в своей жизни. В повести о Синдбаде-мореходе главный герой, посетив один из островов, наткнулся на это чудовище. Однако проблем Синдбаду удалось избежать. Птица-рух. Огромная птица, согласно преданиям, обитала в пределах Китая, а по другим данным на территории Мадагаскара. Размером птица была с небольшой остров. Питалась она слонами и ранее упомянутыми каркаданами. Данное существо было описано различными путешественниками. К примеру, Ибн Батута сообщал, что по дороге в Китай он узрел, как с поверхности моря вспорхнула гора. Марко Поло узрел нечто подобное. Позднее жители одного из островов рассказывали Поло, как в определенное время года прилетают птицы, напоминающие орла, но куда огромнее. Своими лапами они хватают слонов, поднимают высоко в воздух и сбрасывают с высоты, позже расклевывая его до костей. Имеется и научное объяснение. Птицы рух могли назвать птиц семейства пиорневых, заселявших Мадагаскар до 17 века. Ростом они были до 3 метров и весом до полутонны, однако они не умели летать. Люди не представляли интереса для этой птицы в качестве еды, но птица напала на корабль Синдбада, когда те разрушили ее яйца. Джин. Добрые создания из волшебной лампы, исполняющие желания, такими джинны показаны в мультфильмах. Это ложь. Джинны — это духи, существовавшие еще задолго до возникновения ислама. Им поклонялись как богам и приносили жертвы. После появления ислама джинны были классифицированы как бесы и черти, желающие навредить человеку. Ранее упомянутые ифриты относятся к этому классу. Джинны способны менять обличие и представать в облике человека, животного и даже растения. Они, подобно бесам, могут вселиться в человека, как на этом видео. Не хочешь? Но джинны схожи с людьми. Существа нуждаются в пище, женятся, имеют детей и умирают. У них имеются свои пророки. Жизнь джинна намного дольше, чем у человека, но после смерти их также ждет великий суд. Праведные джинны могут найти свое место в раю. Думаю, вы почувствовали разнообразие исламской мифологии в данном ролике. Существовали ли данные создания на самом деле или нет, решать вам. Делитесь этим видео в соцсетях. Если вам понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь. Если вам не понравился ролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь дальше лучше. Это были Рабзоры, все ссылки в описании.